Они такие, ну, туговатые, но что, да, что одна, что другая. Что одна, что другая. Баба Серафима! Что надо снять? Она там. Там? Баба Серафима, здрасте! Мир вашему дому! Мир вам! Это Виталий Николаев. Баба Серафима, здравствуйте. Здравствуйте. Мир вашему дому. С миром принимаю. Я вам принес этот подарок принес. Подарок. Так, дайте мы разуемся, наверное. Не надо. Подожди сюда. Что? Подожди, на маленького. Я уже закончила. Садитесь, мои хорошие. И я мечтаю, как мне сегодня пойти или завтра пойти. Мечтаю. А вы сами пришли. Ну да, вы же звали, вот мы пришли. Вот я вам скажу, как у вас батюшки, они могут вот за сына моего заблудшего помолиться, если я вам дала бы? Ну, могут. Можем попросить. А он крещеный? Крещеный? Ну, он крещеный, но он, видишь, вот это, к Богу-то не идет. Попросим. Идет. Ну. И бывает так у нас с ним скандал. Вот. А вот тут молись и все. А потом этот скандал, это, знаете, как это плохо. Ты уже теряешь. А он вот готовит, и с его рук я вот так. Ну, хоть это... перехрестишься. Очень, моя жизнь очень тяжелая. Вот. А как? Из глубины души были сказаны слова. Терпи, терпящий. Это твоя награда. А как это? Вот, терпишь, терпишь, а потом унылость не надо делать. А мне в другой раз приходит унылость. А вот молишься, молишься, и все. И так сказано, за весь мир надо молиться. За что мне уже 94 были, сейчас пятый уже годок пошел. Вот. А до каких пор мне? А сказано, молись за весь мир. А кто меня продляет? Господь. Я все жду смерть. Я не прошу смерть, но жду ее, думаю, раз слабею тоже. А все, вот, 95-й годок пошел. Так уж я только сейчас живу чем? Моей силы нету, а сила совершается в немощих. Вот, только в них вот эти, глазоньки уже это, слепнут. Ноженьки у меня расширены вен, они уже, это, операцию делать. Уже в таких годах я боюсь. Кто их знает, бывает пан или пропал. Жизнь моя тяжелая, но за мои грехи. Как мне сказано, когда сын младший женился, вот, и мне сказано, а я на просерах, просеры разделаю, на этих просерах откровение. Оставь дом и детей, вернись на постоянное жительство сюда, в просерню. Какие слова были, вот, я закончила. Ну, кто и знает, как эти слова, откуда. А мне монашенька учила. Это, бери Евангелие, становись перед братами, как тебя откроет Евангелие. Тогда только говорит это, отходи. Я закончила это все и все сделала, да. Беру Евангелие, стою перед образами и говорю, Господи, открой, а кто мне эти мысли дал?
я выполню. Вот я вот так вот. И говорю, ангел мой, открывай со мной. Читаю. Вот есть, я вот запомнила, те уже слова не помню как, а запомнила, что ангел приготовил путь. Как? Я нарушитель, я нарушила. Да. Когда я это стала сыну говорить, Диме, он женатый. А этому я ничего не говорила, он к Богу не идет, а тех Богу. Я говорю, Дима, мне, говорю, велено сказано, уйти оставить дом. А он говорит, нет, мам, ты нам нужна. А у них ребеночек уже родился, Басенька, да. Нет, говорит, но я взяла от него, отошла к снохе, она на улице с ребенком. Я тогда говорю, Марина, как ты, я говорю, мне скажешь? Я хочу уйти, я говорю, в просвирню. Она молчит. Я у ней опять, да три раза я у ней спрашивала, открой мне, идти мне, ни да, ни нет. Молчу, ничего. Я стояла, да говорю, молчание, знак согласия. Вот эти слова сказала я. И с этими словами я ушла. Неделю живу. Дима, они обои приезжают в мой храм туда. Помолились. Я пошла в просвирню свою. Он за мной, она идет. Он заходит туда ко мне. А у меня просвирня закрытая, а в просвирне комната пристроена. Он заходит туда. Он просит, мама, вернись. На него зашла тоска. Не могу, говорит мама, дом пустой, вернись. И вот, вот так он мне просил. Без слез. Что я ему говорила, я уже забыла. Я не вернулась. Неделю опять живу, вторую неделю он опять приезжает, опять эти слова говорит, а сам падает в ноги и просит это вернуться. И опять уезжает. На третьей неделе, вижу сон, он стоит в воде до половины это, пояса реки, а за мной подогнал лодку, да. А у меня младенец на руках, там Господь, там мальчик, да, и я выхожу с этим младенцем, в эту лодку садится. И вот вот раз младенца сажаю, а сама вот так. А он прых ко мне на руку. Ведь понятно, для меня сейчас вот живая история. Он правильно, он не велел вернуться. Я его второй раз опять так же ставлю. Он опять мне прых на руки. До трех раз вот этот. И когда он вернул это, опять третий раз прыгнул, на эти глаза я открыла. Чтобы мне обратиться, у меня такая была привычка. Господи, открой, а что значит это? А это ничего не сказала. И беру это, да. И он тогда третий раз приходит на третьей неделе, вы знаете, как он ревел? Это невозможно. Обливал слезы мои, но валялся в ногах моих. Прихожан просит, поговорите с ней. Прихожаны стали со мной, и меня сбили. Вот, я нарушитель. Почему мне Господь, это он меня не слышит? Дал он мне после этого, дал мне живорик. Живорики, есть такие шишки? Вот. На затылке. Оно растет. Я на операцию. Вырезали ее. Шов зарастает. В конце дырочка. Она опять вылазит. Вот возврат, что мы делали. Да три раз я операцию сделали. И такая история. Заживает. А в конце опять. И она тогда вылазит. Как вот думаете? И вот вас возражает мой, да? Я вернулась. А?
Но для меня это живая история, что я нарушитель. Так ведь? Ну вы себя корите, осуждая. Вы себя корите, осуждаете пред Богом. Это хорошо, что вы по совести себя корите, и Господь-то милосердный. Главное, что вы себя уже за это осуждаете, сами себя. То есть, вот она опять выросла, мне сейчас вот опять идти ее резать, а мне не велено. Не надо. Терпи. Да. Это твоя награда. Вот терпите, уже не надо Господь, никуда идти. Господь терпел. И мне отвели. Я вот так, я раба Божия. Я не могу теперь нарушить этот покой. Ну и все, вот как вам велено, так и поступите, бабушка. Да. Как велено. И вот хотелось от ваших, вот, раз вы за меня молитесь, это вашими молитвами, кто мне, за кого, кто за меня молится все, это и есть моя сила. Бога просит, и вот Господь так. Она много мне другой раз не терпит, но это не беспокоит. Но каждый, у меня вся работа, утром встала, печку еще промыла, вот. Или святой водички на этот тампончик я приложу, или с лампадикой маслица, вот это моя лекарство. Вот сейчас у меня сейчас то с ногами, вены, тоже так вот. Вот вся моя работа на себя. Вот если бы у меня не было вот этой вот шишки, да, то я бы, наверное, это... Мне, я как воин-тружник, воина, мне этот посылает всегда, и он просит, чем нуждаетесь, обращайтесь, поможем вам. Ну как, мне помощь нужна, чтобы, я еще на ногах, я сама себя обрабатываю, а не дай Бог я слягу, но Господь же терпит. Нет. Вот, я сама себя еще обрабатываю все это. Он сам все это делает, все. Но с его рук я друг раз и боюсь кушать. А так вот с молитвой окроплю. Ему, вот когда хлебцы я пеку для этого, да, приношу домой, я ему давала. А он, его раздражение. Когда же он, теперь он мне сказал, больше ты мне не давай, не таскай. Я когда принесу, лишнее есть, я посушу и с просвирочкой, и этот хлебушек я кушаю. Вот с ним мне еще такая тяжесть. Ну вот, не велено, а для что я делаю, так вот, если такая святой водички, ему это не надо. Он сидит в нем. Тяжелые мои, молитесь в другой раз. Как ты, Николушка, говоришь, я молюсь за тебя. Да. Молитесь. И ты так, Виталий. Ну, за обращение Владимира. Да. Буду... Серафима. Вот я этими и молитвами, и то, что сама, чтобы я... У меня каждый день это... Сегодня вот это... Спасителю и Матери Божией. Да, но мне каждый день мне, оно меняется все. На каждый день у меня всегда качество и Матерь Божия, и Спаситель. Всем, не прими, Господь, хвалу, а во славу Твою. Не надо хвалу в это все Божие. Вот именно этим я и живу. Храни вас Господь и Матерь Божия. И также продли вам годочки. На многие лета, на многое лето. Спаси, да. Христос. Храни Господь. Спаси, Христос. Так, вы все сделали мне. Да. Это, я могу читать? Ну, попробуйте, попробуйте. Об упокоении вот. Это упокоение. Это папа. Ну, я написал вот, а не кто мне. Это отец. Отец, да, Виктор. А? Бабушки. Это бабушки. Бабушки. Да. Все бабушки тут. Во Христе бабушки и... Все мои... Это, да. Они... За кого-то, говорит, молишься, они там за нас молятся. Вот так вот я уж это слава. А это вот Людмила, мама, это о здравии. Вот. Это брат Андрей, это Константин, сын там.
Жена вот Анастасия, кто? И Дмитрий, мой товарищ. И так сказано, пером написано, не вырубишь топором. Молись не за себя, говори, а молись за людей. А я, говорит, сам тебе прочищу. Эти я слова читаю. Вот, а тут я написал просто от Виталия с почтением к бабушке Серафиме. Благодарю за теплые молитвы и слова любви. Да сподобит нас милосердный Господь встретиться в Его небесном царстве. Аллилуйя. Спаси Христос, бабушка. Храни Господь. Насколько уже в чем на Господь продлит, не знаю. Так, ну, молиться надо. Хочу за тебя. Так. О здравии. О упокоении. Да. А это... А, у тебя же жены нету? Нету. Это усопшие. Вот усопшие, да, да. А это о здравии Николая, а это об обращении, даровании веры. Что ты, родители мои, брат там неверующие, бабушка. Это все верующие, да? Неверующие. Все верующие? Неверующие как раз, не верят. А Господь говорит, за кого ты молишься, они там за тебя молятся. Они будут за меня молиться. Пока силы есть. У меня вся работа, моление... И на себя очистить себя. Я в семье только один верующий. Как? Только я верующий в семье. Ты только один верующий. А эти все неверующие. Надо молиться, чтобы Господь коснулся. А, эти неверующие? Да. Об обращении. Об обращении надо молиться. Дарование веры. Он и написал. Он написал об обращении и даровании веры. Ну и перечисляются имена. Да, за них тяжело молиться. Да. Они что, совсем выпивают, да? Курят. Да, ну, брат курит, выпивает. Брат, да. Ну, по милости Божьей, Господь покажет. Об обращении. Покажет. Искушение, конечно. Когда Бога угодно, вот знайте, когда Богу угодно, жди искушения. Бывает искушение. Вот ты думаешь, так хорошо помолился, и все, бах, и на тебя напасти. Я сначала не понимала, не знала этого, но теперь Господь дал понять. Вот. Его искушали, меня искушали, и будут вас. Это за самой смерть оно будет все. Ты когда Богу угодно, жди искушения. В искушениях, что сказано, не унывай. А почаще Бога призывай. Вот тут только, тут и Господь, вот и именно надо. А другой раз в унылость падала. А у Пана уже чуть-чуть сказано вот так. Опять просит прощения. Господи, тяжкие мои грехи, но милость же Твоя сильна. Прошу прощения, прости ради Христа. Так оно и до смерти мы будем. Падать мы будем, падшие, до самой смерти. Как наши отцы, праведники, и шли, как их искушали, как все. Так и нас с нами будет. Господь сказал, что со мной делали, то и будет с вами. И за все надо благодарить Господа Бога. Упал, поднимайся и говорит, иди. Как один мне тоже рассказывал, говорит, баб Серафима, а как, говорит, можно так вот, говорит. Вот помолюсь, помолюсь, хорошо, говорит, а потом и иду, иду. Опять, говорит, упаду. Ага. Я говорю, проси Господа Бога, чтоб тебе Господь сам открыл, что тебе делать. И видит он сон. Ой, не видит сон, а ему подсказал нам ангел, один в пустыне молился, в пустыне, и он к нему, нашел его и пошел к нему. И говорит, старец, открой мне, скажи мне, как вот, как молиться, чтобы ты бы не падал. А он говорит, а когда Богу угодно, жди искушения. Упал, говорит, поднимайся и опять иди. И он уходит. Вот молюсь, говорит, молюсь, все хорошо. Опять упаду, он опять, и до трех раз к нему ходил. Вот так. И он уже ему третий сказал, он говорит, а до каких же пор, говорит, это будет? А он ему так, этой тихими словами, до смерти. Искушение нас искушать будет до смерти.
Ну кто это вытерпит-то? Вот оно, что терпение. Вся надежда Господа Бога – терпение. Господь терпел и нам велел. Да храни вас Господь и Матерь Божия. А я тут собиралась к вам, говорю, сейчас я помолюсь, пойду. Ага. Ну вас Господь. Вы сегодня не работаете, дождик, да? А вы приходите к нам все равно. Приходите все равно к нам туда. Уже солнышко вон вышло. К нам приходите в гости. Ну же, вы же работаете. Вас... А у нас сегодня нету работы особой. А Игнат заставляет вас что-нибудь? Нет, делать? Сегодня мы просто гуляли, за травкой ходили, да и все. Нет, сейчас работ нету. Мы уже завтра в ночь уезжаем. Уже работ нету. Завтра пятница. Приходите. Вам нужно ходить потихоньку. Нужно. Пятница. А в пятницу я уже боюсь, я сегодня собиралась. Ну вот сегодня приходите, все будут рады, посидим, послушаем. Да. Ну смотрите, я просто говорю, что так вот. А я думаю, у него вообще, кто к нему приезжает, он работу находит, все это делает. Ну и все, понемножку и поработали, и походили, погуляли, на природу посмотрели, на вашу. Потеряевскую, красиво. Помолимся, да? Давай. Найдите туда, прям Мишу туда. Дай мне. Пойдем, не разувайся. Грязи нет. Пойдем. Грязь у нас внутри. Сыне Божий, благослови. Пошли помощь свою, чтобы мы совершили во славу твою. Вот мир. Моя. Мир вашему дому, вашей силе. Вот моя человек. Господи, Сыне Божий, помилуй нас. А у меня, по-моему, есть такой. Ну, слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Вот мое. Все это. А это уже будем молиться. Давайте помолимся. Давайте. Туда? Давайте уже. Начинайте уже вы. Начинай. Не бойся. Молитесь. Слава тебе, наш милосердный Господь Иегова, за эту теплую встречу. Благодарим тебя за наших матерей, отцов, за бабушек и за дедушек, за отца нашего духовного Игнатия благодарим, за отца Иакима, за бабушку Серафиму. Господи, воззри на них и даруй благословения, и даруй вспомоществования в их молитвах. Сына Владимира, Господи, если есть на то твоя святая воля, и ты знаешь ими живеси судьбами, обрати его к вере. Да. Господи, да будет воля твоя святая с ним. Господи, Сын мой. Слава тебе, Господь наш, за природу твою, за солнышко. За и траву зеленую, Господи, хвала тебе и слава. И будем милости. За наше пребывание здесь, на Потеряевской земле, за то, что ты нам даровал через Игнатия много добрых слов, наставления, благословения, молитв. Хвала тебе, милосердный Господь. Прибуди с нами и далее. И научи нас творить святую твою волю и благовествовать о том, что Сын Твой Единородный пролил свою кровь за каждого, за нас. Хвала Тебе, милосердный Господь, слава Тебе. Что, хочешь что-то говорить? Давай. За все благодарю, Господь Бог. Вот моя вся богатство. Вот и все мое богатство. Все, вот. Слава Богу за все. Слава Богу за все. Храни, Господь, спаси, Господи, и помилуй братьев моих, которые пришли. Продли, Господи, годочки, чтобы они в устах руки работали, ножки ходили, а в устах молитву твою не забывали, тебя поминали. Храни, Господь, и Матерь Божия, и все небесные силы. Спаси и сохрани вас все. Да. Спасите, мой хорошо. Так, как бы я хотела бы еще это
Возьмите мой адрес. Ну, потеряешь, дом третий у нас вроде бы. Хоть изредка скажите, как у вас дела идут, а? Написать? Это. Письмо? Да, письмо, да. На это тяжело, дорого будет это, не надо на этом интернете, не надо. А, я давно письмо написал. А? Ну хорошо, черканем. Да, у вас знания хорошие, к Богу. Я давно да. Где, может быть, я и пропустила, а вашими молитвами, вашими словами, и Господь даст вам. Уже годики большие, другой раз. Но все-таки Господь, ангел не отходит от меня. Вот прошу его, я так у меня вот, если вот так вот, что выйду, я и ногами хожу, а в устах. Не прими, Господь, хвалу, а во славу твою. Пока еще уста работают, но не знаю так. Ну, не знаю, моя любовь открылась к вам, но вот, которые приходили, к нам были, но таких у нас еще не было. Не мини вам, Господь, вот эту хвалу, а во славу Божию, чтобы вы как, а этот уже девственник, слава тебе, Господи. Вот у нас сейчас уже на престоле, когда на занятии, два девственника. Уже Леша отошел, а сейчас два девственника. Ну вот, другой раз вот мне надо ему подсказать. Лёсь. Он сидит с короткими рукавами. Это не надо. Тело надо прятать. Прятать надо тело. Ну вот скажешь, я ему не говорила, а надо как-то ему сказать это. Я слышала, говорит, он как-то, говорит, слабый. Ну нет, не надо ворачиваться. Вот я вернулась, я вот сейчас вот мучаюсь. Вот. Взялся за плуг. Назад оборачивайся. Вот его жена. Обернулась. Превратилась. Но меня еще Господь ведает. Сожалеет. Да, и сожалеет. Как один мне батюшка Павел Стар сказал, ты ведь любящий Бога. Но, говорит, один, говорит, грешок, где-то у меня не раскаянный. Да. Но Господь говорит, открывает тебе, откроет тебе, говорит, и открыл мне и тебе откроет. Чтоб ты, говорит, вот увидела, кто неправильно, он что-нибудь сказал или неправильно сделал, обязательно подойди мягким словом и скажи. Тогда Господь, говорит, будет твой, говорит, сам грех убивать. Вот покойника, батюшка Павел, но он уже отошел. Ага, и вот я вам сейчас скажу про эту батюшку Павла. Он уже отошел. Отошел. А я вот боюсь к врачам. Я мало хожу, и это. И вот сейчас опять сыну говорю, я говорю, поехали к этому опять хирургу. Будет он, что мне скажет, будет резать или не будет резать. Ага. А потом же ведь, еще Володе говорю, Господь дает откровение. Что на видение, дает откровение. Заболела я, иду в больницу. Пришла в лигоструктуру и говорю, дайте мне номерок к терапевту. Она мне дала. Давайте сядьте. Сядьте, моя, там сядь, и ты там сядь. Ага, а то ноженьки-то надо. Да. Дайте мне. Ну и дай. Дали мне. Я иду и читаю. Бутенко. Знакомая. Фамилия. Не могу вспомнить. Ага. Ну иду по коридору. Это первая дверь. Не Бутенко. Вторая дверь. Не Бутенко. Третья дверь. Бутенко. Я только вот руку протягиваю к дверям. Дверь открывается, а вижу батюшка Павла в белом халате, в белом чепчике. Вот какой мне, вот как Господь открывает, вот твой врач. Он благословил меня, обнялись мы,
И на этом я открываю глаза. На ладонки! Все, вот твой врач. А я собираюсь к врачу. И вот я заболела и иду к врачу. И вот, вот сказано, что меня Господь открывает вот это все вот так вот, все вот. Вот. А друг раз в унылости, а вот не ворачивалась бы. От чего Господь меня убрал? Он не веруют. А тебе тяжело будет. Оставь детей, оставь, говорит, это дом, а вернись на постоянное жительство. Вот, а я же... Понятно для вас это все. Как на ладоночке все. А теперь вот надо вот... Да, за это... Ладно. Все, слава Богу за все. И за все надо благодарить Бога. Раз я вернулась. И считать себя нарушителем. А вот другой раз что-нибудь ему скажешь, знаете, как вот днем заносишь это, да. И вот у нас малина была, крыжовник вот был все это вот, и яблоки все это. И он все это, ну, себе пока наварил, сделал все, а остальное все на вино. Все на вино. Но сейчас тут у него там венцо в этой... Там наша временка, у него там все баночки, все это делают. И вот выпивает. И вот это вот, вот венцо. А что? Ты вот другой раз терпишь, а возьмешь и скажешь, а он спылится, и вот опять шум. Вот сейчас вот прошу Господь Бога, закрой мои уста. Закрыть надо уста, а постоянно я и пение пою, и молитвы иду, иду, а так он все, и теплый этот туалет в доме. Все, все делает, все это, да. Зима придет, он тебе меня будет водить. И будет меня на службу встречать. Там, кто, если его долго нету, это Иося, вот, который сейчас вот с Игнатом, да, сидит, он меня водит, и Лёша, ну, вот они два брата. Лёшенька, я уж ему это говорю, Лёша, ты, я говорю, это, читал, чтец, как сказано, надо громко читать. И он всё это, всё громко, я всё слышала. А теперь, говорю, он сейчас, это, Оська за него, у них скандал был с Игнатом. Игнатушка наш, камень, остальные косы, а коса-то на камень она, бах, и она поломается же ведь, коса-то она слабенькая, а Игнатушка наш камень. Вот. И я вот он, этот Алёшенька, он так громко читал, а я уже, ну, и слух уже теряется. Так хорошо чтец должен читать горлом. Батюшка тоже должен читать горлом, но батюшку я уже там не слышу. Я только слышу батюшкин голос, когда уже открываются царские двери. Вот тут он громко. Вот они должны как читать-то. Но это тоже уже сейчас. Уже, тоже уже. Вы сейчас, наверное, прекрасно знаете, уже мир пришел же ведь. Я не знаю, как в вашей церкви, но у нас уже церкви мир. Раз уже владыку, он сидит, он его, это, дважды вышел. А видели же его, он же в облачении и в шапке. А это владыку, это вот этого нельзя. А когда меня фотографировали, тянут к владыке, я встала, а я какой человек, я должна правду сказать, прям говорю. Я говорю, владыка, а я вот боюсь, говорю, вот сейчас, говорю, встала, а сейчас будут освещать тебя. А у меня, говорю, душенька боится. Что я от владыки слышу? А я, говорит, сам боюсь. Владыка! Я, говорит, сам боюсь.
А я какой человек? Я опять говорю, ну ты боишься. А почему же ты не можешь вот это вот сказать, запретить-то? А что сказал? А Господь что сказал? Перед смертью не умени, Господь греха. Так вот, когда, видите, человек падает, вот его не надо тоже осуждать-то. А надо вот эти слова спасительные. Господи, да не мени им греха. Вот какие надо нам слова. Да, вот так. А вот взяла да я ему сказала. А когда я сказала? На обеде, по-моему. А как он? Он, видишь, он даже... Он не дал мне да рассказать. Все, с каких пор я с Богу обратилась, как, что это, что. Он не дал мне до этого сказать, а он не мог вытерпеть, он взял. Опять не мини ему, Господь, греха. Спасибо. За все только так. Надо только просить Господа Бога, не мини, Господь. Все, вот тогда это суждение не будет. Так. Вот Владыка наш вот так. Он говорит, я сам боюсь. Видите как? Так что вот при этой службе бойтесь вот это вот, вот, вот. Лучше стоять молиться, чем вот это вот освещать. Господь сказал, вот, да, по-моему, я тоже так же сказала, не знаю, не помню. Не это, душой надо говорить. А не на это, надеяться, на этот, на освящение, а душой надо. Ой, ладно, мои хорошие, вы больше меня знаете. Слава тебе, Господи, ай, благодарю Господа Бога. Буду молиться за вас. Но за вот, которые неверующие, как Господь покажет. Он покажет, Господь, да. Все это, если сильно будет искушение, то не знаю, вытерплю я или не вытерплю, не знаю. Они вот, я же говорю, Саню за него молиться, он на тебя более бросается. Видите, я уже это, вот. И хлебцы ему еще носила, но думаю, просвирочку не даю ему, а хлебцы-то даю, вот. Я чувствую, что он уже... Не хочет этого в нем сидеть, да. Так он потом сам сказал, говорит, не надо больше ты мне не носи. Да. За них тоже ты будешь молиться. Ты тоже будешь большие искушения нести. Но ты еще молодой, ты это все вытерпишь. И ты девственник. Вот это вот твоя сила, что ты... Убил это, да. Ну, а ты как, с женой разошелся? Она сама ушла. А? Ушла жена. Ты пошел к Богу, а она не идет, ну, да? Ну да, она больше любит вот это вот все. Мирское, так скажем. Вот у нас, когда в Казахстане была, у священник. Сам мне рассказывал. Он, это, жена ему сказала, а он, да, он взял, ну, он, ему должна быть за ним эта женщина, а он взял певчую, а эта певчая, вот я не знаю, она выходила на замуж, не знаю, что-то люди роптали, не должен он это, а раз он зашелся с женой, а она с ним, она певчая. А она им очень помогала, где на требу с ним, и все это, все это. И он с ней. Ропот был большой, но не менее Господь никому греха. И вот он мне однажды рассказывал, как он это, боролся, я ведь боролся с женой, говорит это. Батюшка и то не мог побороть. Идет, что? И она ему заявила, или Бог тебе, или жена. А я ведь ей сказал, Бог. И вот он тоже ушел. Вот это ты вот так вот правильно.
Раз она сама ушла, да? Ну, конечно. Уехала. А дети? Ребенка взяла, ему 2 года было. Она говорит, надо поехать, там, типа, бабушка болеет, там. Ну, мы поверили, я отпустил ее, и все, и она не вернулась больше. Ну, как она сейчас? Не сообщается тебе? Ничего? Плохо, все плохо. Ты просто молишься за нее, да? Ну, да, я молюсь за нее, да, за сына. Сам Господь управит. Нам сказано, молись, а сам Господь управит. Да. Правильно, правильно, да. Одна девочка, это... Костя, там я записал. Константин. Ага. Константин, сын. Ага. Ты там написан девица, да? Константин. Костя его зовут. А, мальчик. Да, Костя. Константин. Константин там есть. Да. Ну, а как он, когда с тобой жил, он к Богу шел? Ну, мы хорошо, ну, когда жили, все было нормально, мы с ним... И потом я приезжал, я же не сразу, вот. Мы с ним всегда по-дружески общались, всегда хорошо. Вот. Потом последнее время он постарше стал, она уже как бы настроила так, чтобы не со мной вообще не общаться. Храни, Господь, его, да, храни. Только молиться за него надо. Но он уже нам женился, да? Да нет, ему сколько? Ничего не знаю. Нет, он еще, сколько ему, 14 лет. Какой сейчас? Да, 14 лет ему еще, какой? Пока еще жениться. Рановато. Ну он не с мамой, да? Вот с ней как раз и живет. С мамой, да. Ну мама неверующая, и вон так будет такой. Раз мама... Но она что, к Богу вообще не верила? Она умудряется, почему? Она умудряется в храм ходить. Ну? И жить при живом муже, жить там с другими. Ну как это называется? Как можно, ну, к чаше, как она подходить в таком состоянии? Я не понимаю. Вот такая вера, то есть человек себе позволяет... Такое, и в храм ходить, ну, и молиться. Ну, у вас вера православная? Ну, а какая? Она этого не хотела. Она тоже православная. Ну, а как можно ее назвать? Так, как это она так себе позволяет в смертном грехе пребывать и к чаше приступать? Как это можно такое? Богу и мамону? Ну, видимо, как-то, да, похоже. Это только так. Богу и мамону. Вот, мой... Сыночка, он начнет, когда выпьет, вот он говорит, вот за Бога все, а я опять не вытерплю, говорю. Так это слова твои, это слова, а Богу же надо дела, говорю, Богу-то что бы делать, а он словами. Вот так и она у тебя, да. На словах Бога славила. Так вот он как вот выпьет, так. За Бога станет меня вот это. Ай да, вот так что-то. Так, а так он, если я ему о Боге ничего не буду говорить, он тебе даже, пойду в огород, может быть, что-нибудь, травку выделит, все. Иди, он тебе не допустит. Он с ним по-хорошему, знаете, он будет очень-очень ласковый. А вот у меня другой раз вот так. А кто мне это тут возврат делает? Да. Вот то ж я вернулась. Ведь я дважды нарушитель. И читала это. Оставить детей все. Вот. И взяла Евангелие. Ангел путь приготовил. Я дважды нарушитель. А сноха, вот сын зайдет. Просит меня, да? Она будет за дверями стоять. А что она показывает? Она не хочет, чтобы я вернулась. Она не хочет. Он ее на работу, а она говорит, не бабки с детьми моими, а мать должна. Она ленива была на работу. Она хотела, чтобы со мной она это. А Дима вот так. Ну так, ну все, слава Богу, прям за все благодарить Богу. Ножки ходят, глазки видят, ушки хоть понемножку да слышат. Храм рядом.
Вот только вся нужно что взять? Терпение. Вот так. Маленя. И не открывать рот, что он сделал. Только сказать, Господи, не мини ему греха. Это мой тяжкий грех. Это мой тяжкий грех. Когда женщина ходит беременная, то у нее за это время на какую-то пищу тянет. Вот. Может быть, это слышали, что так вот, когда беременная, то вот это, да. А мне вот я его он родила, а мне напила. Вот видите, что? Вот это пиво, она сейчас и в нем работает. Я уже считаю себя, это мой грех. Мне надо терпеть, и только за него молиться надо. Больше ничего. Вот. И мне муж, а у нас это, пивнушка была рядом, и он мне по стаканчику пойдет и пиво поднесет. И вот сколько времени я это пила, потом все отошло. Вот это вот, вот пиво, вот это вот мой грех. Вот. А Диму я это, по-моему, на какую-то пищу тянулась. Да. Ну вон это. И вот нарушитель я, нарушитель. И вот теперь пока он умрет, тогда меня Господь заберет. У меня свекровь верующая была, да. И она не мне это говорила уже перед смертью, а Диминой крестной, соседке. И говорит, а я такая была, суетная за детьми, чтобы уж их не обидел ничего. Но это она верующая, она видит. И она этой соседке говорит, Серафимушка, говорит, так печется о своих детях. А ей, говорит, придется хоронить детей. А у меня еще дочка была. А ей придется хоронить детей. После этих слов Господь дает откровение, что нам видение. Зашла я сюда в зал, в стол. На столе три цветочка. В одном кувшинчике два цветочка. Один побольше, другой поменьше. Два. Один кувшинчик, один цветочек. Такой красивый. Три цветочка у меня. И я стою и любуюсь. Говорю, как бы мне его оставить-то здесь? Да говорю, ладно, я эти два цветочка вынесу из дома. Вот. Одну вынесла из двух кувшинчиков. Теперь остался один. Мне это кажется так. Ну, по свекровкиным словам, она говорит, она печется, дитя, а ей придется хоронить. И вот дочку я похоронила. И вот с этого, говорю, кувшинчик один остался. Я сказала, я это вынесу, а его, говорю, оставлю. Он такой красивый, это младший. У меня такие откровения вот просто... Господь все-таки дает. Но вот на этом-то, я уж и батюшке говорила, если только, говорю, вот это правильное это откровение, то, говорю, это, он говорит, он проживет больше тебя. Я ему вот это тоже рассказала. Он говорит, ну ладно, посмотрим, говорит, это как правильно, говорит, твое это откровение, не знаю. А он, видишь, у него такое... Он когда в армии служил, и он это охранял, это охраняет кого это. Вы были в армии, а ой, ну как называют эту? Не каждого поставит охрану. Ну, не знаю, пограничник кто, нет? Ну, не важно кто. Ну, в армии. Да, помнила, сейчас вот уже забыла как. И вот он стоял на этой службе. Ночь. Угу. Вот.
И какое ему тоже было откровение. Ему все тоже было откровение, все это хорошее, все это. И потом ему сказано было, что сейчас взрыв будет. Он повидел все это взрыв. И он этот взрыв взял, решился, жив, не жив, чтобы не было это. И вот с этого взрыва он получил это, вот эту вот болезнь. Да. И вот она его сейчас это мучает. Как это в газете описывали, что его он такой это. А как, знамя какое-то он охранял. Знамя какое-то. Mm-hmm. Вот. Ну, но при знамени это, и вот это должен быть взрыв. А он, чтобы он не посчитал свое здоровье, и что, а так бы, если бы он это не сделал бы, был бы взрыв, и все бы это. Так его, какую благодарность ему давали, какую все это в газете публиковали, все за него, все. А болезнь у него сейчас она это есть. И вот он его схватит, вот он свиней держал, при свинях все это его, и он тогда бежит, где бы чистенькое взять, и он скорее ложится. И лежит как мертвый. Как мертвый. Все, полежит, она отойдет у него тут все. И он опять будет все это ходить. Mm-hmm. Так вот, боюсь, вот это вот, наверное, на его схватит вот это болезнь. И инфаркт он получил от этой, то, что он спас эту всю историю. И он получил этот инфаркт. Угу. Она сейчас в нем работает. Вот. А он Богу не верует, говорит. Я говорю, ну ты вот выпиваешь, ты только ускори смерть. А он говорит, да скорее бы, говорит это. Ускорить, говорит. Он мне, ну ладно, мои хорошие. Храни вас Господь, я очень благодарна Господу Богу. И все, говорю, пойду я, говорю, как к ним, говорю, и думаю это. Ну вот, кто из вас, говорит, не надо это звонить, не звоните, это и дорого на писулечку. Вот, на третий дом, Потеряевку, вот. Вы, наверное, этот, знаете, как написать адрес. Ну, да, узнаем, Володя скажет. А? Володя скажет. Володя скажет, да. И хотелось бы мне... Таких еще не было у нас, таких не было. Да, вот. Оно как-то, знаете, оно в душу как-то ложится. И оно на душе тебе, и ты так думаешь. Я думаю, если сегодня пойду к ней, завтра уже пятница, да. У меня каждый, это, у меня вот это все акафисты вот здесь, вот все тут, все, вот, и вот. Пятница у меня вот этот акафист. Вот это мой акафист. Я думаю, пятница у меня это акафист читать. Матерь Божия. Вот тут все мне акафисты к каждому дню. Угу. Каждому. Вот Серафим Саровскому. Все. Вот угу. Это все. Все мое чтение. Все мое чтение, все тут. Да, книжка. А вот это псалтирь или? А. Что это? А тут псалтирь. Оно большими... по-славянскому. Я все это читала. А сейчас уже зарядка все, когда все это читает. Вот моя вот тут вся история, вся моя работа. Сейчас. Мне интересно. А. Ты по-славянскому знаешь? Маленько, да? Вот. О, какая тяжелая. Открывай. О, старая книжка. Ну вот, это так уж тут это. А потом там уже пойдет покрупнее. Вот Евангелие Святое. Ага, все и так вот. Хорошо. Вот это я все читала, все. Все тут покрупнее уже тут вот. И другой раз... Зрим же народа взыди над гору. И хочется вот этот. Все, и тот, и читай, почитай. А глазенький тут же это. От вот. Матфея. Вот. От Марка. Да. От Луки. Все тут, все. От тут, Иоанна, четвёртое Евангелие. Ну-ка, здесь в конце.
милости. Вот и все по милости Божьей Святой. Там вот, подожди. Вот это. Надо тебе, забери его. Не-не-не, это ваше. А? Не-не-не. Я уже сейчас его изрезка, как когда она издано, читает. Смотрите, в начале. В начале, посмотрите. В начале печатается. Да. Да, нету. Все это. Все поучительное. Все, слава Богу, за все. Слава Богу, за скорбь и за радость. И все бы хотелось бы почитать, и все бы взять. Ну это. Красная. Уже годики все это, да. Ну мы пойдем с Богом. Храни Бабушка. Вас Господь и Мать. Давайте. Прошу вас, хоть по паре словочки, сообщите, как вы там, живы-здоровы. Хорошо. Да. Где, может, поучение от вас еще возьму? Да. Храни вас, Господь и Матерь Божия. Таких не было, Семен. Таких не было, нет. Слава Богу за все. Слава Богу, Господь и Матерь. Вот он все закрывает, все закрывает. Все сейчас вот это, да. Все, слава Богу за все. Слава Богу за все. Да, да, да. Храни вас, Господь и Матерь Божия. Я рада, что вы пришли. Тогда уже. Ну уже все, мои хорошие. Я уже, наверное, пятницу-то. Все. Может быть, выберу время, не знаю. Если почитаю это. Это. Как бы это, Володя, сказать, арбузика хоть бы вам парубочку дать, а? Я сейчас скажу ему. Сейчас. Сейчас, он тут вроде. Потихоньку. У него там. Где? Он на огороде. Володя! Там. Володя! Да ладно, не утруждайте его. Ну чё, она и хотела бы вам хоть арбузика дать на обед. Так вы уже дали. Ну дали, вы уже съели. Ну и благодарность вам. Володя! Володя! Ну, здесь. А вон он идет. А? Идет вон. Володя. Здравствуйте. Сейчас я сеточку дам. Благодарю. Прям даже неловко. Вы похожи на одного человека. А? Наш сосед, да? Виктор. А? Виктор. А? На Савченко. Ну, маленько. Ты да. Похожи на Виктора? Виктор. На Виктора. Нет, похоже. Это Николай. Может быть. Ага, на Виктора да, похож. А он на кого похож? А он на Мишу похож. Правда? Да. На Мишу. Ну что, дайте вам эти сумочки. Нет, да донесем, благодарность вам. Храни вас Господь и Матерь Божия. Вот эти все Божьи слуги. Да я нормально, нормально. Нет, я вам дам сейчас. Да донесем, тут идти-то недалеко. Не надо, не надо. Ну что не надо? Слава Богу за все. Слава Богу за все. Храни вас Господь и Матерь Божия. Господи, хочет, буду ждать от вас тесульку. Вы доедете, как все это, может быть, и это, такое и забывчивое слово, что я уже от вас возьму буду. Слава Богу за все, слава Богу за все. Сыне Божий, помилуй нас, Сыне Божий, помилуй нас. Ой, слава Богу, а? Храни вас Господь, Матерь Божия. Но при службе я бы вам сказала, не занимайтесь вот этим, а?
не живет. Это написано пером, не вырубишь топором. Не на пленке, говорит, записывайте, а на чиле. Вы прекрасно это знаете. Вот оно все. Это все, сейчас уже миру мы будем все и служить. Это мирское все. Да храни вас Господь и Матерь Божья. Спаси вас, храни вас. Спаси Христос вас. Да. Нет, просто я говорю, не было мне таких еще. Но не мини Господь хвалу, а во славу свою. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Храни Господь и Матерь Божия. Да. Спаси храни Христос. Господь, храни Господь.